Так, запись у нас пошла. Снова выставка Линжери Шоу Форум. 6 сентября, последний день работы. Сегодня людей поменьше. Вчера к вам опять не смог попасть, народу было много. Вот, вот смотрите, я хочу представить вам новую марку, уважаемые зрители. Видите, называется Valmiera, да? Правильно. Она из Латвии, город Лиепая или Рига. Втроем сразу мне подтвердили. Вот, посмотрите, новая марка. Рассматривайте. А нюансы расскажут нам и владелица марки, и руководитель Ольга. Но она представит своих помощниц. Да, мои помощницы. Добрый день. Мои помощницы — это мои дочери. Старшая Вероника, младшая Виолетта. Какой у вас семейная, какая семейная фирма. Да, у нас семейная фирма, действительно. Значит, кто-то из них дизайнер, а кто-то, наверное, да, продавец. Дизайнер. В смысле, менеджер по продвижению, скажем так. По продвижению, это значит Виолетта у нас менеджер. Она живет в Санкт-Петербурге, да, в данный момент Вероника, моя старшая дочь, она живет в Германии. Она помогает по маркетингу, да, тоже много чего полезного для нашей фирмы делает, хорошего. Оля, вот, сколько лет фирме? В этом году будет 10 лет фирме. Уже 10 лет. Да. На выставке вы впервые? Да, мы впервые на выставке собирались, но вот решили в этом году. Ну, слава все-таки, богу, да, потому что судя по тому, как народ реагировал, да, я вижу, что интерес проявляли большой. Да. Рассказывайте, на что реагировал? Рассказывайте, что зацепило в вашей фирме? Во-первых, нашу марку уже многие знали, искали, и все говорили, почему до сих пор не участвовали в выставке, почему до сих пор такого не были. Рады видеть нас, да, здесь. Были рады встретить, да. Довольны и тем, что мы представляем линию больших размеров. Это специализация ваша, да, да, большие, да, размеры. В принципе, и маленькие есть, и средние размеры. Но сейчас, да, вот мы сделали такой упор на разработку больших размеров, комфортных для женщин. Не только комфортных, но еще и красивых, да. А комфорт, то есть, вы имеете в виду и посадка, и материалы? Конечно, да. То и есть качество. У вас и качество, ну, качество, да, пошива, да? Или кал? До 120К в этом году были разработаны модели. 120К? Да. Ну, смотри, и хлопок у вас здесь, да? Хлопок, да. Основная наша. Да. Основной и материал, да, хлопковые, хлопок мы заказываем. Экологичные, единичные. Нам приходит на заказ по оттенку, по цвету, по выбираем принты. Широкие бретели. Да, широкие бретели. Мягенькие, ролики, да. Которые... Да? Хит. Вот, да, то есть это лен, да? Это лен, это как бы новинка, это, но натуральный тренд, да, сейчас и рынка, потому что... Не 5000 рублей стоит отпускная цена? Ну вот сколько вот этот вот комплект стоит? Не комплект, скажем, бюст. Бюст, ну, где-то 700 рублей. 700 рублей, плюс трусы где-то 600. Комплект порядка 1300, да? Меньше даже? Меньше, да, да, да. Это в Москве? Нет, это у нас. А, то есть надо привезти, ну, растаможить, да, и добавить цену. У нас получается, мы обсчитали, средняя цена комплекта, дефицитный комплект именно, 900 рублей. Продажная, да, плюс без всяких. Ну, это ваша, это, да, ну, ваша. Да, да, это без учета доставки. Ну, вот большие, ну, да, размеры, да, вижу. Большие, давайте, да, еще покажете вы мне самый дорогой бюстгальтер, который у вас есть. Самый дорогой. Самый дорогой, ну, самый дорогой, вот я сейчас вам скажу, какой самый дорогой. Это вот хлопковый, да? Хлопковый бюстгальтер, вот он, на костях. Вот это, наверное, на костях, и К. Да, К. Это вот они до 120-го, да. Мы же шьем, значит, там, ну, некоторые размеры до М, до L, да. В данный момент, это даже не К. Вот данная модель, это, точнее, это для кормящих. Это, и, ага. Да, это 105-й И, да. Ну, вот, вот, конечно, он весь двойной, да, все дублированные, да, здесь все бачки двойные. Заказываем у нас 3. Плотности хлопка, да? Боковая, то есть, кость. Да, да. Еще надо сказать, что вот эти вот модели вообще, вот эти лямки и все такое, мы разрабатываем с нашими немецкими клиентами, потому что они... Они к этому относятся очень, да, щепетильно, да, и вообще, да, Германия, да, ассоциируется, да, у нас вот именно с высоким качеством, с большими размерами требованиями. И требованиями, конечно. Да, да, так, да, вот, озвучите цену на самый дорогой. Ну вот это в пределах где-то 10 евро, да? Это, то есть, ну, 10 бюстгальтер. Это у нас, на, да, 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 цена.
10 евро, ну, 750 рублей. Да, но это там, потому что все... Удивили, но, самым дорогим. Да, да, поэтому, да, вчера были, вчера, позавчера люди просто удивлялись, что такие цены. А там у вас такой фэшн уже, да? Да, там такой фэшн. Есть более классические модели. Тоже фэшн для больших размеров есть. Да, я так подразумеваю, что там цены на такую классику, они пониже, но да. Фэшн должен стоить дороже. Ну, вот примерно так же, где-то в районе 10 евро. Да. В районе 10 евро, да, все равно. Большие размеры. До сотого размера начнем. 100, 100 и 105, да, вот объем. Да, и тут чашка H, там вот такая вот чашка. Да. Я вот смотрю, как-то так напоминают Уллу, которая Германия, которая в 10 раз дороже. Да? Ну да. Конечно. Возможно. Да. Ну вот эти вот такие здесь, да. По нашему, значит, по дизайну вкусу подобранные кружева, да, и ткани. Полупоролон, да, значит, мягкая чашка на каркасе. Ну, ткани, это, конечно, наша лаума. И также есть, да? У нас такая небольшая линия, да, начальная, для кормящих тоже матерей, но уже такой более фэшн-вариант. Отстегиваются бретельки, да, да, тоже хлопок. Угу. Да. Она, вот она, подковообразная поддержка, что немаловажно, да, для большой нагрузки, для тяжелой груди. Вообще ассортимент, сколько моделей у вас? Ну, порядка 30 моделей. 30 это, моделей. Это плюс-минус, я думаю, что даже больше. Просто сюда привезти, понятно, невозможно. Ну, у нас да, сейчас... старались привезти хиты, да, ну, такие. Да, такой, да. Ну, то, что да, должно было заинтересовать. Да, и вы еще выпускаете покупателя. Такой ассортимент, да, верхний. Это такой, да. И боди. Да. Боди. Ну, такие, да, вот эти бодяжки. Здесь тоже хлопочек. Хлопок. Вот это осталось больше, значит, сначала. Ну да, это мы начинали с этого, да. Ага. Второй план. А здесь уровень цен какой? Это в районе 10-12 евро. Тоже хорошая цена. Да. Вот это еще вот любят. Это очень наш клиент. Грации. Угу. Корректирующие. Да, корректирующие там большие размеры. До 110-го. Да, но это уже 15 евро. Ну да, конечно. Да, да. Хорошо. Значит, народ отреагировал благосклонно, да, на ваше появление, да, здесь. Но будете продолжать участие на выставках? Да, конечно. Думаем, что да. Это значит, мы можем сказать, что зимой, чтобы люди, которые увидят ролик, ну, они, конечно, могут и раньше обратиться к вам, но если уж пощупать так вот, приехать, ну, потрогать, да, понять, что это действительно классная продукция, ну, могут, да, конечно, на зимнюю, на февральскую выставку. Качество, да, и потрогать, да, и даже померить. Вчера многие брали наше белье, шли в примерочную, мели, потому что, чтобы понять, что оно как сидит. И ходили очень довольные, удивленные, что настолько им комфортно и красиво в том, да. Вот видите, как хорошо. Я рад, что мы начинаем сотрудничество. В журнале, дорогие зрители, в журнале «Белье и колготки» появится рекламный материал этой компании. Там будут телефоны, сайт, куда вы можете, да, обратиться, все контакты. Ну и призываю начинать работать с маркой, которая, в общем-то, появилась только на российском рынке. Нет, она-то есть на рынке, но она не была широко известна. Вот. Но планы хорошие, но надо понимать, что вы не гигант, и не в каждом магазине это будет, поэтому те, кто быстро сообразит и начнет с вами сотрудничать, будет сливать, будет сливки снимать. Вот, и надеюсь, что будет удачное для вас сотрудничество, и для них, и для конечного потребителя тоже получит великолепную продукцию. Вот спасибо вам большое за знакомство и за сотрудничество. Спасибо вам, спасибо за внимание.